Сегодня подрядчик приступил к основным противоаварийным работам на Лужском путепроводе. В первую очередь под мостом предстоит установить металлическую опору. Это позволит эксплуатировать его до проведения полного капитального ремонта. По срокам, которые изначально ставила мэрия, сегодня по мосту уже вовсю должны были разъезжать легковушки. Но сейчас движение все так же запрещает бетонные блоки. Сроки открытия переправы опять переносятся. Для возобновления движения необходимо выполнить комплекс работ, в том числе укрепление конструкции переправы с помощью дополнительных опор. Проекты здесь предусмотрено, значит, металл конструкция, опорный час, пролетные строения, так как у нас видно дефект, в принципе, пролетной стороны, необходимо снимать вот это данное напряжение. Потому что несколько час пролетной стороны потеряла свою устойчивость. Подрядчик приступил к работам строго по плану и даже подготовил основания для установки силовой опоры. Но стройку пришлось остановить. Затянулось получение разрешения от РЖД. На днях этот вопрос был решен, и рабочие начали установку конструкции. На следующей неделе мост будет запущен. Городское хозяйство сейчас в настоящее время устанавливает уже знаки, ограничивающие дорожное, грузовое движение. Будет зачищен мост, подготовлен, посыпан песко-соляной смесью и будет запущен на следующей неделе. Далее мост ждет капитальный ремонт, но когда начнется этот этап в мэрии, пока не называют точных сроков. Договор на подготовку проектно-сметной документации, заключенный в январе, пришлось расторгнуть. Время потребуется на создание нового проекта, а также его последующую экспертизу. По словам руководителя городского хозяйства, обычно этот процесс занимает не меньше 2,5 месяцев.